вышел, мам. Вышел же, мам. Саша, вон там его машина, он сюда иди. Там получается, что он, ну,
Чауров, говорю, тулиться к нам. Да, мне неудобно, я в самом центре буду. Чауров, получается, да, ты один в центре. В самом центре будет, получается, как бы центра будет. Да, и вот тем более втором пытании один мне, потому что ты мозоли, и все, и жопа. А Чауров играл пятым защитником. Ну, что ж, ходить не могу. А Вы же видите, половина не пришла из злости, а половина, что нас прибось, то и пришло. А сзади мы только что с тобой играли тоже. Я извини, но я не увидел тебя там сзади. Они просто куда хочешь кидали. Я не увидел. Один. Я не знаю, что это за
Борис! Хорош, красавчик! Выше, Станько, выше пойди. 30 раз кину. За него вообще. Иди, 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 иди. А у тебя с тобой есть. Иди, иди. Ярик справа. Стойкуа, бля! Thank you.
Трошки повезло. Вон наши сидят. Иди ты сюда. Да. Ладно. Привет, Привет. Он расстроился, понял? Он... Давай, давай! Что? Вадик, малё, 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 бой. Хорош, иди, 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 иди по кровке. Кинь ему. Далее. Еще? Догон, Спартак. Нет, нет, нет. Ну так. Саша, шире, Саша. Он подстрахует, пока вернёт. Всё, хорошо. Хорошо, Арсенал. Gracias.
Что ты дурак, блядь, или... Дади в информацию. Ну так швая. Народ! Хватило кому-нибудь? А еще кому-нибудь? Один был? Сколько мазь? Поставим себе на два. Этих хватит? Моих три? А, твоих три. По 45 евро. Ну, полный. Сейчас, секунду, парень. Элька? Элька тоже. У меня Элька тоже. Я говорю, написано Элька. Да, она тебе шишмала. Сухой лист, пожалуйста. Элька. Я что-то изменилось, да. Будет 9-19. Ты же аккумулятор вообще. 18-го не мабать. Ну ладно. Ты поменяешь. Ой, давай! Ой, что можно?
Когда девятка освободилась, я ему пишу, мог, будешь девятый брать? Не будет. Девятка освободилась. Сарю Ковальского шестой номер, блядь. Нормально. Я бы там знал, то я бы его оставил бы. Моху пишу, говорю, будешь девятый? Нет, две. Так он типа фанат. Мало ли, что вдруг. Смотрю, пацаны переодеваются. Турнир. А что, они только наши?
Короче, ты говорил, что попал, попали руханимем, руханимем Вадим попали. Я уже был. Что ты кричишь? Подожди, нет, серьезно, какой мы играем? А зачем я буду полу на воде? Заводчица, Запорожье, Запорожье.
Сзади. На данный момент это первое место. Игроку возьмите. Белый слой, вот эти вот. Он же другие типа дед. Так а если они не с кем не играли, то как они могут быть на первом месте? Варя, а в школе есть параша? Опускает он? Мартин, только беременных пускают. Иди сюда. Лах, выйди выше к своему. А вот, Марсеш, зачем его одевать? Дай еще, дай еще. Шорты делай. Шорты делай. Сам, сам. Thank you.
вот ручной выбор. На большом фоне. Я просто не могу. Это только школа скажет, ему первая школа сразу желтая, а Бог скажет, что я Хорошо! Может, кто-то подрезал. Что, тренируешь? Да, что не видишь. Он уже дядя между мной прыгает, там с дома с покуру. Пас обратно затянул. Уже мог раньше пробить, а он тянул пока, чтобы отдать пас. Ух ты, ё-моё! Ну! Да ш... Здорово!
забыл. Ты важен? Красава. Молодец. Селекция двух человек. Красава. Так они будут постоянно. Это. Хорош, Андрюха, хорош, хорош, пойдет. На самом деле у меня раньше была борода, чуть меньше. Мне жарко было, она чесалась. Сейчас не знаю, с возрастом начал. Может, кондёр поставил? Не падай. Все? Говорю, кондёр можно засунуть. О, надо маленький. Саня, ты смотрел? А ты знаешь, на половину сбор был? Да знаю, блядь, но это ж не ко мне вопрос. Так, блядь, что у нас? Ребят. Смотрел? Да. Мог вышел за 15 минут до конца при счете 1-1 и головой забил гол. Да, это сейчас обратно. О, с кем вы играли? Я проиграл с Румстовом. Так, что? 2-1. 2-1. Мог забил? Да, решающий гол. Что, на 15 минут конца вышел? Да, начинает плавать. Снял футболку, бросил ее, бежит. Получил. А он не делает, как кричал? Не-не-не, вот, я понял, слазил. Семен, какая-то рация. Что-то свое пришло. Он делает как это. Слышишь? Оказывается, пока, блядь, 7 бутылок коньяка купил в том ларьке. Блядь, за вечер. Сколько? 7. А до этого мы выпили литр коньяка, ой, виски и еще коньяк выпили. Итого 5 литров. Хлопать великому футболисту. За решающую. Сколько?
Я бы играл с перерывом. Начинается второй серии, блядь, папа. Ты себе сидишь. Там и здесь приятно хоть сидеть. Ничего же не поменялось. Я тебе когда сейчас уже не давал, я так вот не туда. Ты наклонился, блядь. А ты что, как это с Рома играешь уже, блядь? Да, я уже не знаю. Пацаны говорят, мог типа выходит в новых тапочках, гол забил головой, пацаны ему говорят, мог офигенный тап. Забивные, говорит. Спал сегодня? Смотри, сразу все говорят. Ну 15 минут, наверное, чуть-чуть не сделал. Минут 10. Правильно, тут потрезвый футбол такой, сейчас смотри, что ты на оранжевую? Вообще огонь. А фоткаться будем или нет? Положил, я думал, комплект без ветра. Человек, у нас есть обратные замены. Есть? Ребята, без мата можно? Есть замены. Я не матерюсь. Надо футбол смотреть по-другому нельзя. Надо стараться. Разрядил ситуацию. Веселая музыка играла, мол. Какой? Не, у них вот этот.
Халик. Пацаны, говорю сразу, после первого тайма человека 4 сядет сразу. Thank you.
видел фотки, то уже... Смотри, как чётко. Санёк, одеваешь такую белую, белую шортку. Надевай только одинаковые шорты. Ну да. Ничего так. Так или шорты темные от этой футболки, или наоборот. Две замены буду работать. Кого еще пока не решили сами? Двойную замену. Может, Ярика. Я скажу. Yeah.
потому что ты хотела, Ехали, короче, ну реально по имени, то их
закрыть, типа, но 20 минут или что-то такое, там 25 понял было, они начали нет, я говорю, где же ехать, типа, да, ведь мы успеем, типа, минута в минуту. Так что там, пацан, зимой нахуй хуярили, блядь, 220, нахуй, зимой нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, нахуй, блядь, На Давыдова, чисто на Надю, понял? Что переписала на брата, а типа достала с двух. Да как ты? Сейчас уже не разнижу. Не выгодно. Не Thank you.
Саня, Хорош, блядь. Какой-то прикол. Почему не нравится?
отдаю! Получается момент, при счете 0-0, штрафной, знаешь, Никита обворовывает чувака, чувак прямо запутался в мячи, как его так, понял? Он его обворовывает, прокидывает сюда и за спиной у него пишет. Чувак вот так расставляет, сбивает, не дает ему сделать шаг, он падает. 100%, миллион процентов, не ставит. Ну что, желтый получилось.